За прошедшую неделю сотрудники наркоконтроля регионального ОМВД пресекли сразу три попытки сбыта запрещенных веществ в значительном и крупном размерах. На одной из улиц Твери полицейские задержали 31-летнего мужчину с 40 полимерными свертками, предназначенными к бесконтактному сбыту. Исследованием ЭКЦ ОМВД подтверждено наличие в них синтетического наркотика в крупном размере. Аналогичное наркотическое средство было изъято в Вышнем Волочке у 22-летней девушки. При себе у злоумышленницы оперативники обнаружили 38 свертков с зельем. Фигурантка планировала делать закладки на территории Вышнего Волочка. 24-летний житель Бежецка в заброшенном здании разместил тайник с 5 свертками гашиша в значительном размере. По данным оперативников, фигурант также планировал распространять запрещенное вещество на территории региона бесконтактным способом. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91-92 УПК и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об их аресте. По всем фактам следственными подразделениями ОМВД возбуждены уголовные дела. Ведется следствие. Полицейские устанавливают все обстоятельства противоправных действий и каналы поступления в регион запрещенного вещества. На федеральной трассе М9 в Зубцовском районе области лоб в лоб столкнулись Volkswagen Polo и УАЗ Патриот. На встречку выехал Volkswagen. Водитель иномарки мужчина 77-го года рождения погиб на месте. Водитель УАЗа травмирован. Пассажиров в машинах не было. А в Твери на Тверском проспекте водитель КамАЗа, разворачивая многотонную машину, не заметил на своем пути «Мерседес». Пострадали водитель и пассажир иномарки. У МВД России по Тверской области приглашают на службу. Возраст от 18 до 40 лет. Достойная заработная плата. Гарантии дополнительных выплат и социальных льгот. Телефоны 42 20 34, 32 92 76, 32 92 83.